Сегодня 4 ноября, День народного единства. В России. Да, сегодня выходной. А мы не в России. У нас на работе. И мы решили отправиться... Под спортивный стол? Да, хотим оформить временную регистрацию. Пришел с карты. Да. Легализуемся, короче. Снимаю окрестности. Красивые. Сейчас градусов 5 тепла. Я уже одела перчатки. Интересно, фонтанчик вон там работает еще. Можно пойти попить водички. Ледяной. Ледяной, да. Какое солнышко. Наша местная помойка. Нам сейчас нужно будет пешком пройти почти 3 километра. Стас смотрел по карте, сказал 2,7. Да, где-то так. Пойдем коротким путем. Из документов мы сделали перевод своих паспортов. Заверенный вроде перевод. У нотариуса заверенный перевод. И сделали копиюшечки, свидетельство о рождении. Вроде пока все. Сейчас пойдем узнаем, нужно ли будет еще что-нибудь дополнительно. Вокруг нашего домика окружают вот такие дома, высотки советской постройки. Здесь рядом у нас недалеко есть Валберес. Я уже сделала несколько заказов. На Валбересе уже получила первый. Идет где-то в среднем до недели. Один заказ из Москвы, там последующий у меня из Краснодара, потом из Казани. Все доставляет авиа. Сейчас обратила внимание, что местные достаточно очень легко одеваются. Сейчас там... Когда мы вышли, шли школьники. То есть они сейчас не одеты в таких куртках, как мы. Пробираемся через дворы. И вот это тут. Вот это вот увидела. Вообще удивительно. Масштаб. А это что, на металлических, да, каких-то? Угу. Так, там сушат белье. Натягивают веревки. Очень много где между зданиями натягивают веревки и сушат белье. Провода. Еще один домик. Ну там кто-то что-то строит. Укладывают стены. Да. Так дому прирос еще один дом. Да. Еще провода. Причем они так висят, смотанные. Это тоже все пристройки. Жилой дом. Тут же гаражи. Тут же машины проезжают. Вот. Еще двор. Еще дом с пристройкой. Тут же у нас детский садик, куча камней. Слева от нас IT-парк. Бизнес-центр. Это что? Это заправка. Да? Я думала, это остановка. Ну, так вот на ровном месте флаг. На ровном месте флаг. Вот он. Ну, непонятно, куда это ступеньки идут. Ступеньки уже тут. Такая трава выросла на ступеньках. Современное здание.
еще одна высотка. Но без пристроек, слава богу. Это современно. Хотя, может, там... Еще не успели. На крыше, да, бывает что-нибудь там. Все территорию, да, строят, облагораживают. Ну, здесь я не видел такого, чтобы на крышах строили. Это в том районе, где я жил, Аргаварде, там это повально. Вон все дома сверху какие-то навесики сделаны. Где оно там, народ, релаксы все это строит. Ну, мы пришли к месту, в паспортном столе провели где-то полтора часа. Там вначале не работал терминал, все говорят на своем языке. Ни слова, ни на русском, ни на английском. Мы подошли к терминалу. Ну, там, кстати, было переключение на русский язык. Единственное. Да. Но это не помогло, потому что там куча позиций, которые вообще как-то ни одна позиция не подходила, да. Там нету ни кнопки с регистрации, ни оформления соцкарты, то, что нам надо. Короче, спаслись мы благодаря только знакомству. Звонки. Да, все решилось. Да, звонки нам позвонили, дали имя, кому подойти. Да, да. Вот, мы постояли. Потом в итоге взяли талончики, терминал заработал. Вот, постояли немного в очереди. Вот, да. Оформили заявление, позвонили хозяину, да, квартиры, который нас прописывает. Он пришел, все заполнил. Заявление заполнил. Все бланки заявления, все на армянском, естественно. Не да, вообще ни слова русский, непонятно. Ни и теперь в среду мы должны будем подойти за пропиской. Паспорта, кстати, наши там остались. Загранники. И в среду взять талончик, оформить соцкарту. Сразу жену. И по слухам, вроде пока все. Наверное. Вроде то, пока все, да. Но это слухи так. У нас нет никакого официального подтверждения там. Никакой официальной информации, очень скудная информация в интернете. Очень. Опять же, нам нужно будет какое-то заявление заполнить на местном языке. Я не знаю, как мы это будем делать. Надеюсь, нам... Надеюсь, можно писать латиницей хотя бы? Да, нас заполнит. Так что идем обратно в паспортном столе. Мы видели русских еще. И еще русские тоже приходили парочка. То есть две пары, да, русских? Да, и парень русский тоже приходил соцкарту оформлять. То есть. В принципе, они все оформляют прописку и соцкарту. Вроде ничего такого больше не делал. Ну, видишь, Нарошен большой район, поэтому. Много людей. Хороший день, хорошая погода. Сухо, солнечно. Да, сегодня не 18 холодно. Градусов разогреется. Здесь сухо достаточно, как бы, хоть и температура, ну, низкая была сегодня с утра, сколько 5 градусов, но я легко одета, и я не дрожала от холода.